Всем привет! Сегодня выехали на рыбалку. Едем на озеро Салтаин. Погода сегодня минус 20-25 градусов. 7 часов утра. Ну все, прем. Вот приехали на место. Такая тут парковочка. Подошел к рыбакам. Говорят, ночь отсидели. На двоих два мешка поймали. Ну, все, пробуем ехать. Ловить удачу за хвост или за крючок. Грузимся, сейчас подгонят снегоход и попрем. Давай, все, мы на Салтаине, на этом огромнейшем озере. Поставили палаточки, пробурились. Поставили палаточки, сейчас пойдем рыбачить. Время у нас 10 часов, выехали мы в 7. Сейчас 10-3 часа на дорогу. На установку палаток, пробурка лунок. В общем, 3 часа ушло. Все, сейчас непосредственно идем рыбачить. У меня вот, ребят, первого зацепил дед Сережа. Вот на ту крайнюю удочку. В емкости плавали все лето, там 4 штуки. Да ну, лучше положиться на. Есть, ребята, первый. Зацепил. Хорош. Ну, такой. Хорош. Ну нормально так дернул. О. Телечок почти. Ага. Все. Так, время у нас. Время у нас. 4 часа. 4 часа с 10. Первая поклевка, первый карась. Весь день просидели. Нету, ничего нету. Вот первого дождали. А, второй получается, где Сережа одного поймал. Этот. Ну ладно, сейчас у нас будет клевать, активизируется. Я уже дома живу. Я уже остаюсь дома, блин. Жрать принесу, да? Да. Я уже, меня уже не выгонят. Я уже на рыбалке был. Ну вот, ребят, сразу парочку сразу зацепил. Thank you.
Вот еще поймаем. Будем меняться. Остаемся до утра. Вот такие все шлюзы, да? Дядя Сережа окушка вытащил. Там еще один. Тут карасики. Тишина. Есть. Сломал? Да. Фосфор ставлю. И чуть подыгрывал. Есть? Что-то не есть, да? Кто? Раз. Так, кирмит и лунку рядом. Кого? Лунку, кажется, медлительный. О! О! Блядь, только закинул. Там окушок, окушок. Нужен.
30-ка. Да нет, да больше. Два, четыре, шесть. За Сережа поймал. Три и три, да? Шесть тоже, блин. Вот уже пошла помаленьку. С 10 до 4 просидели. Одного до 5. Одного. А вот после 5 начала помаленьку клевать. Есть и днем рыбать. Так что днем тут ловить абсолютно нечего. Есть. По центру все нормально будет. Вот она. Вот она. Сюда. Сюда. А у них вообще одних крупных ловит сюда, да? Клюет он. Тащи. Клюет. Тащи. У тебя клюет. Ну, у меня, что ли? Вот он наш результат сегодняшней рыбалочки. Карасики добрые. Буквально все с 6 вечера. И сейчас время 21:23. Вот так. Ведра 2 поймали. Карась вот. Вот карасик. С ладошку. Больше. Вот такие все хорошие караси. 50-й, 45-й. Есть шисярики, вон добрые. Вот такие. Нормально, нормально. Посидели вообще отлично. Вот так вот городок светится. Рыбаки сидят, рыбаки. Все, позвонили. Сейчас за нами снегоход приедет. Через минут 10 палаточку сейчас сворачиваем. Собираемся. Вещи собираем. И погнали. Вот такая рыбалочка была на Салтаиме. Надо ехать в ночь, приезжать к часам 5, не раньше. И сидеть в ночь. Люди вот так и делают. На ночь приезжают. Ночь сидят, утром по 2 мешка рыбы вывозят. Ну, мы тоже посидели неплохо, то что день, то что днем поменьше, ну вообще не клевал, не поменьше, а вообще не клевал. А вот под вечер за 3 часа ведра 3 наловили, нормально пойдет. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся. И до следующих рыбалок. Полетели домой. Ночь, глухая ночь. Всем
до встречи, всем пока.